2023 год, 27 февраля, ребенок у нас лечится в течение 2 лет, первый раз приходил к нам. Хотя не я сам раньше марат был? Экими Германчик. Ну, в 2020 году, 3 сентября они к нам приехали, жалобы были следующего характера, узная от мамы. Ханака шоколадлары бар, кигенин бар. Kiganimizda onus 270-da 280 kunda sudir qismidan kelganman. Keyin ham detspeda aqlar bo'sharcha haqida gapirmaydi, yurmaydi, qo'layap harakatga kelmasdi. Keyin o'zi chayna boqa tiyolmaydi. Suvlarni ham shpritsda berardim, og'izlarini ham shpritsda berardim. Hozircha 2022 yil sudirgilar umuman to'xtagan. 7 kursda davolandi. Hozir o'zi yuryapti, o'tiryapti, ovqatlarini yeyapti. Suvlar bemalol piyolada ichyapti. Necha marta suvni berasiz? Bir kundami? 270-280. Qanaqa holatda bo'ladi? O'tirgan holatiga agar men o'zim ushlab o'tirgizgan vaqtim boshiga yetmay tashlardi. Agar yotqizib qo'ygan bo'lsam, ko'zi sal tepaga ketardi, buni bir qantirib ketardi. Demak, diet bo'la sudirgi по типу Саламский, иногда говорят, что синдром Виста, но на МРТ видно ишемическая энцефалопатия. Вставили диагноз и ДЦП вставили, и отставание психического развития. В общем, ребенок самостоятельно не кушал, через шприц давали, через зон давали, голову не поднимал, шею не держал. И 7 раз они лечили стационарно. 7 раз. Это значит 7 000 долларов. Если каждый раз, значит, прийти. Сейчас какие изменения? Изменения, значит, сейчас ребенок нормально ходит. Правильно? А он не знает, как группойчик? Группойчик? Я прощаю, пожалуйста. Нормально ходит. Постепенно чуть-чуть разговаривает. Еще все знали. Всего сейчас 2 слова знает. Но раньше голову не держал и не держал. Ничего же тоже не легенда? Тогда было ему 4,5 годика. А сейчас 6 лет. А 6 лет. Значит, не держал голову. Но отставание есть. Уже хотел полтора года. Уже полтора года судороги полностью остановились. Сейчас идет реабилитационное лечение. Данный курс лечения направлен на развитие речи и интеллектуальных способностей. Вот, поэтому неизлечимых заболеваний нет. Вообще у доктора Джалева есть своя методика лечения. Поэтому приезжайте, кому какие вопросы есть. Он всегда в Ютубе, в канале Телеграм доктор Джалева. Доктор Эпилепсия тоже мы в Телеграме. И в WhatsApp. Конечно, я там мало бываю, но есть больные, которые у нас вылечились, и они этот канал ведет как админ. Можете к ним вопросы задавать, они ко мне будут выходить. Ну, у нас живой очередь. День около 100 больных смотрим. Работаем 16 врачей, 6 врачей занимаются лечебными делами, непосредственно остальными диагностическими. Приходите ко мне через врачей-помощников. Врачи-помощники тоже врачи высшей категории с большим опытом. Минимум 30 лет опытом. Мне самому 37 лет опыта лечения данного заболевания. Аллах, что вас местный, дай Богу вам здоровья.